мы женихи, а ты лучше другого. Женихи! А самый завидный жених во Влабаре, знаете кто? Кто? Настоящий князь. Князь Иванов Фантиашвили! Анзорчик Джаз! Анзорчик Джаз! Сейчас? Не надо! Здравствуй, князь! Работа? А что ты делаешь?
Богатый вывез. Погоди, князь пастуха. Сначала послушай, какую я тебе невесту нашла. Губки как гизил, кожа как перс, глазки как маслины. А что ты про фрукты вообще рассказываешь? Что за свою невесту дают, говори. Список читать и дня не хватит. Стройна как тополь, нежна как персик. Да слышь, Анюха! Отец у этого персика кто? Отец, говоришь, сам Микич Котрян. Что? Ты не рехнулась, женщина? Хуже на фабрика в Теплисе, лавки сапожные в Кутаисе, доходные дома в Мамисе, все не пустое. Погоди, он сам к тебе придет с приказчиком и со списком сам Микич Котрян. Все! Решено! Женёшься! Там сесть не на чем! Ну тогда в сад! Ты мы в саду! И зовём к этому мягу! А, князь, там не дадут! Тогда Григорян стоит у меня! Вот так дадут, догонят и ещё раз дадут! Смотри, ты много говори, Катя! Смотри, как тебе сказать! Вот она и... Зачем кричишь, глухи?
сказать? Обожу, что ты сказал. А, будет тебя обожу, когда вы глазик устали, но что тоже будет. Если контролы побывают, то можно жулить. А теперь что сказали? А теперь тоже обожу, что ты сказал. Здрасте, говори. А, здрасте, дорогой князь. Здрасте, ваше сиятельство. А я. Ma penso che tu mi sono quelle. A ti penso. Sagiti scavare. Ma come strano è se ti compri in ascolti da quella roba che si dirà niente. Ecco, dai ci testi segretato, ma gronda ci dai sbrogino. Io mi sa sempre c'ho il torgaccio che devo sapere. Se c'è spisci, stai ancora. E ne può piacere un po'. Sadizia, da? Oui. Меню. Узнавал. На первое у нас супчи. Ваши. А вино? Вино? Бордо. Откуда? Из Бордо. Миши? Мишу. Я поменяюсь. А устрицы? Устрицы. Повар говорит, после первого надо подавать. А Бордо? Бордо. До Бордо 6 бочек шампанского в погребе стоят. Не добраться? Не добраться? Ты что, меня решила поссорить перед твоими гостями, что ли? Князь, нас подожди, не гневайся, ты что? Подумаешь, Бордо какой-то. Мы тебе 100 бочек проходинского привезли. Где он? Здесь. А вот, читай список приданного. Денег даем за наше невесто. Тебе 1000 монет. Ласкуйте, гоми, лапку, могли сыгровать прожарки, потому что я почти не уеду, я читать не буду. А что? Эй, сколько хочешь, бери. И для молодых, там и не дом на берегу, бури свет. Я видела вашего дома эту мерзавку, это она тебя научила? Я сама. Я князь. О, князь. Я сам все решаю. Он сам все решает. Не делай. Не хочу на тебя невесту. Не хочешь? На весь город меня опозорить хочешь? Мою красавицу, бедную девочку, гулько остромить, бедняжка этого дня 50 лет ждала! А ты такую у меня на коленях просить будешь? Умолять будешь, а этой мерзавке кабану я все волосы помыдергиваю, и тебе тоже. А твое счастье, князь, что и у тебя нет! Ты слышишь, он князь! Да, чекала я на таких князей! Вообще! Ha ha ha.